Привет! Привет! Вы на канале Мистер Макс. Сегодня мы открываем разные сюрпризы. Разные киндеры мы открываем. Это все киндер-сюрпризы. Так, давай я покажу все, что у нас есть. Это у нас киндер-уберрашунг Макси. Немецкий киндер-сюрприз с монстрами. Такой многоглазый монстр у нас. Дальше. Посчитай глаза. Посчитай. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 глаз. 8 глаз. Ужас. Дальше у нас такая вот коробочка. 3 киндера. Я так понимаю, это Kinder Joy. Написано Kinder Merendero. Консорпреза. Я не знаю, что это, но будем считать, что Испания какая-то, наверное. А ну, почитаем. Италия. Италия, Испания, непонятно. Так. Тут у нас 3 Kinder Joy из серии Angry Birds. Один из них будет серийный с Angry Birds. Так, вот такая вот коробка. Следующий. Ну, тут все понятно. Что это? Миньон. Миньон. Гадкий я. Такой клевый. И может нам что-то попадется, какой-то миньон. И последнее. Это такая вот коробочка. Kinder Überraschung. 4 киндера внутри. Одна коллекционная гарантирована. А коллекция тут какая-то новогодняя. То есть тут вот такой вот олень новогодний нарисован. И такие вот елочные игрушки могут нам попадаться. С чего будем начинать? С монстра? Да. Давай. Открываем монстра. Посмотрим, что там. Какой монстр нам попадется. Оранжевая. Оранжевая капсула. Ну, в Максе, по-моему, все должны быть коллекционные. Сейчас увидим. И тут что? Надувной. Надувной монстр? Да. Это прикол. Дай вкладыш. Такой страшный вкладыш. Черная, темная ночь. Самок какой-то страшный. И тыква. Это получается какая-то хэллоуинская серия. Угу. Тут такие монстряшки всякие. И вот он наш монстр надувной. Зубастый. Ну, он смешной, он не страшный. Не страшно? Не. Да. Давай. Так, смотрим. А, он не надувной, он мягкий. Макс, он классный, посмотри. Да. Он такой прикольный. Крылышки, рожки или ушки, что это у него. И он классный, он прикольный. Шнурочек можно где-то повешать. Мне нравится. Няма-няма-няма. Что-то он не стоит, падает. Так, Макс открывает уже няма-няма. А монстр не стоит. Эй, короче, он будет лежачий у нас, монстр. Вот так. Хочешь в один раз оторвись. Есть. Есть. Бух, завалило. Желтая капсула. Давай посмотрим, что там. Мотоцикл. Миньон на мотоцикле. Это самый крутой миньон. Он вообще крутой. А прическа, смотри, какая такая. Чух-чух. Клевая. И он гоняет на мотоцикле. Камеру. Угу. Так, вот такой у него мотоцикл. Что тут инструкция? Ага, надо наклеить наклейки. На панель приборов и на фару. И такой крутейший гонщик. Он вообще крутой. А вообще, это что, большой-большой такой мотоцикл здоровенный, миньон. И все это поместилось в киндер-сюрприз. Фантастика. А как он ездит? А ну? Ну, что, как он? Ух ты, как быстро. Теперь я тебя опускаю, лови. Ой, что, я не сильно натянул? Давай. Упустил. О, стой тут. Возле монстра. Вот так. О, он будет помогать монстру стоять. Не хочет. Короче, ладно. Есть у нас Angry Birds и новогодний. Какой открываем? Новогодний. Открываем новогодний и ищем елочную игрушку. Первый сюрприз. А ну покажи его. Убираю. Ой.
Вот такой вот убираешь, он просто белый, без всяких оленей. Ой, он не разбился, шоколад. Не разбился, крепкий. Оранжевая. Оранжевая. И в первом же яйце нам попалась коллекционная игрушка. А ну-ка, кто там попался? Дед Мороз. Да ты что? Крутяк. Нам попался Дед Мороз. Какой-то он такой немножко странный, но похож на Деда Мороза. А как его одеть? А вот и вся коллекция этих фигурок. Макс, это не Дед Мороз, это какой-то солдат. Солдат? Да. Кто же это? Это нам попался какой-то офицер какой-то армии с погонами, в шляпе такой. Дед Мороз. Да не Дед Мороз, а Дед Мороза, вот смотри. Тут есть другой Дед Мороз, у него борода побольше. Это, кстати, может быть пальчиковая игрушка. Вот так вот на палец одеваешь и играешься. Привет, я Дед Мороз, да, Макс? Я сегодня Дед Мороз. Привет. А еще можно его снять с пальца, одеть веревочку. И он Дед Морозу идет. И он будет висеть на елочке. Можно его на елку повесить на Новый год. И будет такое украшение. Следующий киндер. Тут уже будет что-то другое. Одну елочную игрушку мы нашли, больше не будет. Желтая. Желтая, да. Что тут? Перевертыш, рыбка. Ага. То ли птичка, то ли рыбка. Нам попался перевертыш, то ли птичка, то ли рыбка. А вот и вся коллекция этих перевертышей. Тут есть зайка-мартышка. Есть ослик, курочка и что там, пчела и утка, что ли. А вот и наша рыбка. А если вот так посмотрим, то птичка, чик-чирик. Достаем следующий убирашонг. Карандашик. А ты что? Это эти новые карандашики, да? Да, это нам попался желтый зайка-карандашик, а сейчас синий. Класс, тебе они нравятся, да? Да, они такие милые. Вот такой вот зайка нам попался, очень прикольный. Вот он. Угу. А заек их есть целая коллекция. У него есть такая подставочка в виде облака. И вот он, зайка. Одна рука рисует синим, а вторая оранжевым. И он такой прыг-скок. А, и нога тоже, ноги тоже рисуют. Классный. Достаем последний убирашонг. Все, пусто. Пусто. Сразу капсула. Сразу открылся, да? Да. Ну, отлично. Он, наверное, был немножко прижатый. Да. Что тут? Вертушка. А что тебе? Непонятная. А что, тебе не нравятся такие вертушки? Или просто то, что непонятное? Да. Ну, давай сейчас будем разбираться, что это за вертушка. А, у нас уже у когда-то нас такая есть. Была. Да, у нас была такая. Ее собирать надо долго. Нам попалась такая вертушка, которую нужно собирать и натягивать на нее тряпичную такую вот штучку. А вот и коллекция этих таких вертушек. В капсуле была вот куча таких вот запчастей и вот эта вот тряпочка. И сейчас мы из этого всего соберем вертушку. Привет! Ты кто? Солдат. Солдат? Да. Так, вот наша вертушка уже собрана. На ней какие-то тут слоны нарисованы и обезьянки. Она вот такая вот сложная конструкция у нее. Ну что, можно пробовать запускать? Да. Запускаем. А ну, как я тебе? Я уже достаю. Ага, Макс уже достает следующий сюрприз. А, кстати, не очень долго крутится.
Потому что тряпочка кривая, видимо, она быстро останавливается. Макс достает Kinder Joy. А там, смотри, там есть открывачка удобнее. Смотри. Удобнее. С этой стороны вот пальчики сюда. Раз. Раз. Видишь, дырочки появляются. И вытягивай. Открывай. Видишь? А ну покажу, покажу, дай. Очень интересно мне самому. Открыли крышечку, и там три яйца. Давай. Вот этого я имел. Давай. Angry Birds. Да. Такие Joy. Но Joy не Joy, а Joy Merendero. Ух ты, а там, по-моему, что-то необычное. У наших Joy'ев такого нет. Тут даже что-то написано. Я уже знаю. Merendero Regole d'Oro. Latte Prenta. Короче, что-то там то ли итальянский, то ли испанский. А там игрушка. А то обычная, а тут необычно нарисовано. У нас немножко по-другому. Так, я вижу теннис. Пальчиковый. Нам попался пальчиковый теннис. Две ракетки и мяч. Вот что нам попалось. Ракетка оранжевая, синяя и такой вот мячик. Ракетку можно одеть на палец и играть. А ну, держи ты. Вот мячик. Давай я тебе. Чик, чик. Ай, гол мне. А ну, сейчас я. Давай. Пиум. А, сильно. Чух. Пиум. Прикольно, да? Гол тебе. Открываем второй Joy. Есть. Где игрушка? Мне самому интересно, что там внутри. А еще ж где-то Angry Birds нам должны попасться. Angry Birds. Есть. Класс. Белый. Это Angry Birds спортивный какой-то. Пальчиковый. Это тоже пальчиковая игра в гольф. Хрюш сбивать. Угу. Нам попалась белая птица, она же мячик для гольфа. Это вся коллекция таких спортивных Angry Birds. Тут есть и футбол, и теннис, и много разных игр. Вот наша птица. Она же мячик для гольфа. Это цели. То есть в нашем гольфе не лунки, а свиньи. Надо попадать по свиньям. Выставляем их. На свиньях есть цифры, это очки. Вот куда попал, столько очков заработал. И еще есть вот такая вот пальчиковая клюшка для гольфа. По ней вот так вот, пим-пим-пим, по этой птице. Ставим птицу, бьем. Я заработал сколько? 15 очков. И птица. Йоу, а ты сколько заработал? Вот, упало. То, что упало. 20. 15, тоже 15 ты сбил. Так, птицу сюда. И у нас последний на сегодня сюрприз. Последний киндер, как он там называется? Merendero. И пустая коробочка осталась у нас. Где Макс? Макс, привет. Я... О! Скейтборд красный. Это новый. У тебя еще не было такого? Да. Я думаю, это новая серия. Ух ты, сейчас он целый. А в обычных киндерах нам попадались скейтборды, которые надо было собирать из двух частей. А этот целиком в Joy. Нам попался пальчиковый скейтборд с таким вот препятствием. Очень прикольный. А вот и вся коллекция этих скейтбордов. Ты уже клеишь наклейки? Да. Такой вот прикольный красный скейтборд. А наклейка на нем лицо какого-то солдата сердитого. Стоп. Это такой трамплин. Трамплин придерживаем пальцем. Другой рукой едем. Подъезжаем. Ой, что-то зацепился еще раз. Йоу, крутяк. Классный сюрприз. Классная игрушка. Это нам из Angry Birds попались все три пальчиковые игрушки. Нам попался теннис, скейтборд и гольф. В Angry Birds все пальчиковые. Да. Клевный скейтборд. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока.